Утята, уточки плавают. Игорь, есть вот лист. В общем, мы на этом мы заканчиваем наше приключение. Какие приключения? В Орландо. У меня вот такой вопрос образовался. В комментариях все время пишут, что в Америке одни жирные люди. Что полное перенажирение. Один так жирный в Америке, это ты. Посмотрите на нас. Не, ну правда, нет, все люди не в Америке жирные. Нет, абсолютно. Нет. То есть это миф? Это миф. Миф, да. Вот, видите? Все встречаются ровно так же, как и в России. Да, я пытался объяснить это подписчикам, мне не верили. Не, жирных людей в Америке ничуть не больше, чем в России. Кстати, здесь даже больше накачанных, чем в России. Да, здесь спорт намного популяризирован. В тех местах, где мы отдыхаем. Ну да. Нормально. Ну, то есть в Майами вообще все повернутые на спорте, они бегают каждое утро. Майами, я считаю, самый спортивный город. Да, Майами они реально повернутые. В общем, ребят, что, мы уже... Съемка кончается? Да, не, у меня кончается они в Орландо, мы уезжаем. Диме надо встречать свою подругу Катю, девушку Катю. Настя, поэтому мы сейчас едем в аэропорт. Ну, мы не поедем, Димон поедет. Тебе не надо поступить. Мне вообще надо машину. Дима, ты цветы купишь? Какие же ты красивые. Нет, конечно. Катя, если ты это смотришь, он... Не, я не говорю. Я не романтик. Катя, светло. Катя, дай ему люлей. Мне не обязательно быть романтиком, это просто... А он покупает цветы сейчас? Хотя бы не будь долбать, я вам, если ты не романтик. А цветы покупают? Они покупают, они покупают. Ты не у меня спрашиваешь, думаешь? Оля, у тебя покупают цветы? Последнее время нет. Не, ребята, вы понимаете, что здесь есть и касатки, и дельфины, и вон в трубе можно плавать с касатками. Мы, короче, не все здесь обошли. Дим. Не, вообще не все. Уровень у парка, конечно, высокий. Да. Но вообще Орландо жжет. Сейчас мы еще коптер запустим. Вот, смотрите видео, что получилось с коптера.
палочник. Димон, давай. Ребят, Димон нас бросает, уезжает. Вообще-то меня выгоняют, не захотели меня брать в круиз. Вагаю. Видео с Димой заканчивается. Мы прощаемся. Диман, Диман сказал, будет скучать. Здравствуйте. Но видео не кончается у Кондрашова Александра. Да, у нас только начинается, да, сейчас он будет круиз. Начинается. Это уже 85-я часть уикенда в Майами. Так что запаситесь едой. 85-я часть сериала про Майами. Ну все, вон Настя сидит. Устала Настя. Устала ездить. Вот Игорь устал тоже ездить. Нет, я что-то сегодня на бодряках. И Оля. Я хочу в какой-нибудь хороший ресторан. Везет вам? Посоветуйте, кстати. Дай мне вот эту программу. Фаскоя, давай сейчас. Постоишь пидорас, да? Последние минуты, Дима. Все, давай, пока. Диман. Да-да-да. Так, у меня нету зарядки для телефона, она осталась в этом. Давай, не здесь гони. Еще потусим, ребята. Давай, не гони так сильно. Гавайи ждут нас. Ты давай, главное, не гони, она подождет тебе 10 минут, ничего страшного. Постараюсь. Ну, ты не постарайся, ты сделай. Рун, дай кепку посмотреть. Пока. Пока. Агая, привет. Пока. Все, давай, пошли. Все, пошли. Пошли. Ты такое видели? Это называется лодочка. Это мы на лодочке катаемся. Филя, поехали? Филь, ну давай. Он не снимает, ты не любишь. Да? Ой, вот камеру мы не любим. Ну, давай. Да. Идет с русскими, поэтому у него психология не американская. Поехали. Но новые, да? Что такое, видели, собак? Ладно, хватит. Ах, ты молодец. И ползать мы умеем, да, Филь? Ну-ка поползи. Давай, ползи, ползи. Да я его в честь ползи, Киркорова. Ползи, 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 ползи. В честь Киркорова его. У него глаза черные. Филипп Киркоров? Как у Филиппа. Давай, а вы Федьку не видели нашего робота, который дома убирает? Да, не у него. А у нас такой же. Есть такой. У всех такие.